Фамилия.
Овсянников Евгений Сандров, Касиев Магомед Сандров. Приготовиться Макаров Денис Богатырь, Альбельчан Давид Сандров. После этой весовой категории идет весовая категория до 65 килограммов, 14-15 лет. За 28 секунд победу одержал спортсмен с синей экипировкой. Касиев Магомед, подойдите к судейскому столу. Касиев Магомед, подойдите к судейскому столу. Сейчас после этого боя ты будешь мой. Сядь пока. Да, что он начал, ты знаешь, то, что сильнее. Итак, на ковер приглашаются Макаров Денис, спортивный клуб «Богатырь», Альбертян Давид, ВБМ Сандерс. После их приготовиться. После их приготовиться весовой категории до 65 килограммов. Тимаков Иван, Московское Саволовское училище. Бочурихин Роман Сандерс. Итак, спортсмены, вы выйдите за флажки. И не надо переодеваться возле ковра. Уберите их оттуда вообще все. Убирайте, убирайте. Боя не будет, пока не уберете. Сейчас, минуту рефери. Уберите все оттуда. Уйти за флажки. Давай.
Спортсмену не середину. Единогласным решением судей победа одержал спортсмен красной экипировкой. Thank you.
на ковре весовой категории до 65 килограммов. Чимаков Иван, Московское Саворовское училище. Бочурейкин Роман, ВБМ Сандерс, приготовиться. Весовая категория до 45 килограммов. Толоконников Дионисий Аргус, Лямаев Захар, Московское Саворовское училище. И так далее, приводит к поражению. Итак, победу одержал за 2-3 спортсмен с синей экипировкой.